Знаешь, да у них и голос такой, уже лежа играет, затем Канга откровенно бьет Паршевлюка по ноге, а потом бьют уже самого Канга. А на самом деле судья должен был зафиксировать игру лежа. Так, Кангу меняют, разумеется, но уходить он совершенно не собирается, ему и тут хорошо. Паршевлюк тоже уже не может себя контролировать. Вот что стоило заменить человека минут 10 раньше? Ничего бы этого не было. Арбитр, кстати, совершенно потерялся, должен сказать. Вообще ничего из того, что произошло, не отследил. Никому желтую карточку не показал. Кангу не удалил. Ну, в общем, потерялся. Потерялся арбитр Сергей Куликов, к сожалению, в этой ситуации. Хорошо, что еще Кангу заменили. Калачев. Игры уже в последнее время нет никакой, есть один Канга. Не зафиксировал судья игру лежа у Паршевлюка. После чего Канга откровенно ударила его по ноге, а потом ударили самого Канга. Еще одно столкновение.